Семья? Это вы? Кто же еще? Алло. Ну что, схватили? Вы целы? Все нормально? Живы? Как все прошло? Жирный, смотри, что есть. А где же еда? Сюда. Здорово, вы еду принесли? Да, классно. Развязать его? Да, посмотрим на нашего птенчика. Вот он, наш враг. Дерьмо. Это что, Луизон? Похоже, что да. Дерьмо, дерьмо. Панк, это ты ее взял? Ты ее притащил? Панк, что ты молчишь? А что мне сказать-то, а? Третий этаж, комната 32. Вот, тут все написано. Панк, тебе же сказали, он мужского пола. Ты посмотри на нее. Это мужчина? Может быть, проверим? Мужской пол, Панк, он мужского пола. Ну и что? Ну и что? Тут и ежику понятно, что она не мужского пола. Ну и подумаешь, мы же взяли ее в нужной комнате, значит, она Луизон. Панк! Луизон! Луизон должен быть мужского пола, так? Нет? Ну, проверь. Извини, Луизон. Это моя работа. Что у вас в башке? Вы что, не видели, что я женщина? Идиоты, развяжите меня, быстро. Вот теперь ясно, что она женщина.